Инжир, 8 июля, юг Украины, Мелитополь Запорожской области. Инжир, кордонная формировка, вот плодики. Кустам 2 года, третий. Вот, кстати, вижу созревший плод. Это плоды второго урожая. А вот здесь созрел один плодик первого урожая. Правда, почему-то не в июне, а в июле. Сейчас мы его попробуем. Вот снимаем его. Это первый мой плод на этих кустах. Маленький, конечно, но зато это первый урожай. Сейчас мы его... Ой! Сколько муравьев тут. Так, разламываем, смотрим на него. Ну, красивый и, я надеюсь, очень-очень сладкий. Ну, маленький, потому что кустики молодые. Зато это первый плод, который мы сейчас и съедим. Побеги подрастают. Но, еще раз говорю, кусты молодые, поэтому интенсивного, сильного роста побегов не видно. Но плодики везде в пазухах листьев закладываются. Вот они здесь, здесь. Ну, эти точно созреют в октябре, наверное. А эти через несколько недель. А на этом кусте черный муассон. Крымский черный. Красиво и приятно. Да, плодов завязалось много. Итак, инжир, горизонтальный кордон, 8 июля. Ждите очередных видео и по инжиру тоже.